Всех приветствую, работаем в Нижегородской области, подключаем лесотехнический мульчер Ниюба, Испания, Multidiamond 200, ширина захвата 2 метра, масса данного мульчера 2 тонны 100 килограмм, двухсторонняя трансмиссия, с каждой стороны по 4 ремня, редуктор Комер, Италия, механическая толкающая рама, здесь также можно как опцию установить гидравлическую толкающую раму. Гидравлическая шторка, ряд защитных цепей. С передней части мульчера тоже имеется два ряда защитных цепей. Опорные лыжи, регулируемые по высоте. Дополнительные капоты для обслуживания. Опорные лыжи для хранения в зимний период или когда не работаете. Также есть два ряда противорезов. Ротор диаметром 540, 39 молотков с вольфрам-победитовыми напайками. Мульчер приводится в действие от ВОМа трактора. Сейчас производим настройку, обрезаем кардан. Так, трактор у нас необычный. Трактор у нас китаец, RMX Agro. Трактор имеет двигатель Йота. 200 лошадиных сил. Пока что он стоит на спарках. Спарки в будущем буду снимать. Смотрите решение воздушного фильтра с моноциклоном. Спарки буду снимать, потому что он не проходит по габариту. То есть вы понимаете, проходим мульчером. Далее упираемся дополнительными колесами в следующее дерево. Поэтому буду снимать его. Будем подключать гидролинию от шторки. Трактор у нас имеет три дополнительных гидролинии, помимо навески. Навеска с двумя гидроцилиндрами. ВОМ меняется. 21 шлиц, 8 шлицов, 6 шлицов. Данный мульч у нас предназначен для тракторов с мощностью от 120 до 200 лошадиных сил. Данный трактор имеет 200 лошадиных сил. Попали в точку. Капоты для обслуживания ремней. Замена ремней. Да, ремни стоят с каждой стороны по 4 штуки. C-образные стоят шкивы, быстроразборные, конические. Так, модель трактора у нас RMX Agro AR524ES. Двигатель Йота. Спаренный НША. С этой стороны дополнительный НША стоит, я так понимаю, это рулевой НША. Стартер с этой стороны. Это у нас коллектор, аккумуляторы, то есть не закрыты ничем, просто прикрыты козырьком. Гидробак, да, мост у нас балочного типа. На самом деле техника очень интересная, работает мягко. Даже взять навеску, навеска плавно опускается, поднимается. Так, посмотрим, механическое сцепление, тормоза. Электронная педаль газа, коробка передач, 4 передачи, также диапазоны. Мини-магнитола, ручной газ, красный рычаг — это у нас навеска, а это три дополнительных выхода гидролинии. Кондиционер, вентилятор дополнительный. Так, даже имеется люк. Я твой отец. Музыка. Посмотрите, обратите внимание, обдув на лобовое стекло, дополнительный обдув боковой на тракториста, оператора, и дополнительный обдув на заднее стекло. Боковые окна тоже открываются. Так, включение ВОМ у нас производится таким рычагом в виде ручника ручного тормоза. ВОМ здесь дисковый. Далее заяц-черепаха рычаг. Это подключение передка. Выбор работы ВОМа 540 оборотов, 1000 оборотов. Далее ваш ручной тормоз. Обзорность хорошая, стойки не очень громоздкие. Далее управление по свету, колею хорошо видно. Далее будем запускать его в работе, посмотрим. Так, сейчас будем производить первый запуск. Так, трактор и мульчер работает на оборотах 1000 оборотов в минуту.
Особенность данного мульчера, что можно настроить его по высоте, то есть есть дополнительное отверстие, чтобы сделать ниже или выше. Обратите внимание, как находится высоко хвостовик ВОМ у самого трактора. Поэтому нам доступны регулировки. Также и по центральной тяге. Это большой плюс для мульчера. И большой минус у трактора, что точка ВОМа слишком высоко. Так, поставили на 540, надо сейчас переключиться на 1000 оборотов. Бесшумно работает ротор. Просто шелестит. Никаких лишних шумов. Это был пробный пуск, плавный старт. Все отлично, сейчас едем пробовать.
Так, что можно сказать? Трактор RMX Agro AR5204ES. Скорость вперед 0,2. Скорость на задней передаче 0,3. На самом деле результат сногсшибательный. Мульчер не Юба Испания. Ширина захвата 2 метра. Двухсторонняя трансмиссия с каждой стороны по 4 ремня. Два ряда противорезов. Защитная цепочка. Два ряда спереди и один ряд на гидравлической шторке. Механическая толкающая рама. Результат впечатляет. Единственный минус — у этого трактора отсутствует плавающий режим навески. Если мне сейчас удастся найти пенек. Да, я его нашел. Уровень с землей. Результат очень хороший. Но такие деревья варить, естественно, не будут. Просто испытали все возможности. Максимальные возможности. Но это не предел. Так, всем до новых встреч. Заказывайте оборудование. Подберем для вас наилучшие варианты. Все ссылки укажем ниже в описании или в первом комментарии. Также подписывайтесь на наши другие каналы: Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Рутуб. Всем до новых встреч!